Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кистом, и сегодня у нас будет обзор с браслета M4F. Браслет удобный, разработчики постарались, зарядка идет вместе с комплекте с браслетом. Давайте я вам сейчас расскажу, как и зарядить этот браслет. А вот и зарядка. Зарядка некоторым кажется странной, но на самом деле, когда вы привыкнете, странного здесь ничего не будет. Смотрите, мы видим вот эти вот два контакта. И мы должны эти вот два контакта, две штучки, присоединить к этим двум контактам. И, конечно, это надо еще такой питательный блок, это розетку, там еще питательный блок, и он начнет зарядку. Давайте я вам сейчас расскажу, как поменять тему на экране. Вот как сменить тему на экране. Смотрите, ребята, мы должны на вот эту вот кнопочку выйти на главный экран, конечно же, на кнопку нажимать, и он будет меняться. Мне вот эта тема нравится, будет у вас вот такая сначала тема, когда вы купите. Но вот смотрите, как поменять. Мне вот это вот не очень нравится, она, мне кажется, неудобная. Но вот моя нравится. Давайте я вам сейчас расскажу о функциях этого браслета. Ранее я вам расскажу о приложении, которое можно настроить время в этих часах и в некоторые функции. Оно официальное, это приложение, ссылочку оставлю в описании, и сейчас я перейду в него. А вот оно и приложение. Ссылочку на него оставлю в описании, но можете сами его в Play Market скачать, называется VFit, вот там вот VRFit, ну там вот название есть. Смотрите, ребят, мы должны, чтобы настроить время, как бы сказать, присоединить браслет к телефону моему. Вот смотрите, как нам надо сделать. Нажимаем на кнопку «Привязать браслет», и у нас будет устройство M4F. Ну, на самом деле, это M4F. И смотрите, все было серенькое, и вот тут вот уже стало таким разноцветным. И тоже у меня браслет, если там же было написано, что он у меня, ну... То, что уж успешное присоединение или как там. И смотрите, вот такое вот и приложение. Ссылочку, повторюсь, я оставлю в описании, ребята. А давайте я вам уже сейчас покажу все самые функции этого браслета. Вот, ребята, первая функция и статус. Ребята, давайте туда зайдем. Чтобы заходить, нам тоже надо вот эту кнопочку нажимать. Давайте вот нажмем, заходим. Зашли, тут написано step, distance, calories. Step – шаги, distance – дистанция, calories – calories. Вот у меня 5 написано калориев, я съел. Как плохо, надо на диету. И так не толстый. Давайте я вам сейчас покажу следующие 3 функции для здоровья, ребята. Вот они и эти функции. Вот это пульс, вот это вот давление кровяное. А это у нас там вот были вот такие вот капельки. Это у нас кислород в крови. Давай, чтобы его измерить, надо тоже на эту вот эту кнопочку нажимать, ребята. Давайте вот даже я кровяное давление измерю у себя. Ну, по правду она не покажет. Я даже вот сейчас вот такая вот штучка измеряет. Такая вот она нам вот показывает. Она же вот к нам в коже, надо же на запястье ее носить. Давайте, ребята, надо подождать. Мы же просто вот так вот ничего не делай, и он все равно будет мерить. Давайте я даже вот сейчас вам не покажу, а надену себе. Вот. Сейчас это мне на камеру неудобно надевать. А тут камера рядом, я боюсь что-нибудь задеть. Я надел его. Ребята, смотрите. Он должен сейчас нам показать результат. Можем подержать там. Вот, вы видели? Я только что показала, я случайно... Ну вот, давайте это даже измерим. Вот, 99%. Я думаю, я вот одного не поменяю. Это есть у меня столько кислорода в крови или у меня нет столько кислорода в крови? Я этого сам не знаю. Давайте я вам покажу следующие функции. А, это настройка называется спорт. Давайте зайдем в эту настройку. Вот, мы вошли. Это вот... означает у нас outdoor, в помещении. Это indoor, на улице. Это reading, езда. Это walk, ходьба. А вот это вот, походу, поднимание гири называется. Смотрите, я вам сейчас покажу, как это работает. Смотрите, если мы
OutDoor напишем, например, time. Мы должны вот так вот сделать, нажать, и у нас вот время уже идет. Если мы еще раз нажмем, он, конечно, вот так вот остановится. И у Женечка не будет. А если мы опять делаем так, ну опять будет делать калории, сколько мы съели. И вот HR, это сколько ударов в минуту. Например, мы бегаем, и чтобы, ну, поддерживать то же, как у тебя сердце бьется, поддерживать тоже такое вот здоровье. Давай, чтобы выйти, мы, как всегда, вот так вот выходим таким вот тоже образом. Тут у нас кнопочка back есть, значит, выйти. Ребят, так что не пытайтесь тоже вот так вот выходить обычным образом. Давайте уже перейдем к следующей настройке. Вот эта настройка у нас что-то типа времени. Вот, 1 час 43 минуты. Может, это я столько пользуюсь этим браслетом. Давайте перейдем уже к другой функции. Эта функция сразу же несколько функций объединяет. Давайте я сейчас... Вот, зашел вот так тоже, вот, no disturb, это значит не беспокоить, вот она сейчас включена, вот вибрация у меня, и она уже включена, режим не беспокоить, давайте все-таки его выключим, ребята, мне это вообще не надо, он, кстати, вибрирует, даже если у вас телефон, например, звонит, он будет у вас вибрировать, типа у вас телефон звонит, музыка, если мы связаны, то наш телефон, то мы можем тоже вот так вот слушать музыку. Вот бэк можем выйти тоже. Ребята, все переключается тоже, как я, пальцем. Вот Snoop Wedge, это похоже называется как типа, ну, секундомер. Давайте даже в него сейчас вам зайду и покажу, как все должно быть. Вот, давайте зайдем. И вот он, раз, два. Он там походу до минут только. Ну-ка, ребят, давайте выйдем оттуда. Вот. А если вот такая вот мне функция больше всех нравится, если я сделаю вот так, фидинг будет написано. Наш, наверное, телефон уже подключен и должен сейчас звоночек быть. Ребята, где звонок? Ты где звонок? Я сейчас, ребята, короче, у меня походу видеосъемка и там. Он не может это, ну, мне звонить. А если бы я бы с другого устройства, ну, просто у меня не было видеосъемки, он бы мне просто такой вот звонок был. Но то, что это, например, часы вам звонят, не было. Это просто как в фоновом режиме. Ну, то, что у вас звонят, и он у вас не виден. Вы можете только не так пользоваться, только уже звонок будет. А чтобы выключать его, надо этот финдинг опять вот так вот нажимать, и он вот так вот финд выключится. Конечно, у вас там может быть баг какой-нибудь, и он не выключится, но должен выключиться. Вы можете это... Вот, у нас бэк есть кнопочка. Давайте уже перейдем к следующей функции. А это у нас самая последняя функция сейтинг. Если мы мы давайте войдем off, это значит выключить устройство. Reset, это значит сброс всех настроек, но у вас там ничего не изменится, ребят. Native, это как информация. Давайте я вам сейчас покажу ее. Так тоже заходится, как будто VMware версия 5. Так. Ну, короче, вот такая вот функция у нас, ребята. Мы уже все функции уже проверили. Давайте я вам даже покажу, как его выключать и как включать. Смотрите, ребят, все, он выключен. А вот, чтобы включить его, надо опять же вот так вот сделать. Он завибрирует у вас, и вот так вот он включится, ребята. Ну, вот и наш и обзор часов смарт-браслетом F... Так... М4F подходит к концу. У меня будут еще обзоры. А пока, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свой комментарий, нажимайте на колокольчик, а я с вами прощаюсь, ребята, всем удачи, всем пока!